или иначе разные люди, но все сегодня мы собрались здесь ради одного. Ради того, чтобы быть сегодня с Ним. Ради того, чтобы не прекращалась та связь наша, которая была прежде. И вот то общение, ведь у Бога все живы, и эта связь не прекращается. Может быть, кто-то что-то, лично зная, не успел что-то сказать, лично поблагодарить. Может быть, кто-то просто хочет тихо здесь постоять. Но вот то, что ради чего мы здесь собрались, это молитва. Молитва за него. И это единственное, в чем нуждается наш Георгий, потому что сегодня, 40-й день, согласно традиции церкви, человеческая душа отходит к Богу. И он особо нуждается в наших молитвах. А это все. Ведь слезно молиться, что словно значит кровь свою проливать за другого человека. И мы сегодня здесь, потому что Георгий, как и прежде, объединял нас, где бы мы ни были. И сегодня он даже после смерти продолжает нас объединять. Поэтому смерть, это, несмотря на то, как бы ужасно с точки зрения, да, то есть нашего человечества не была, но все мы однажды верим, что мы там все окажемся и надеемся, воссоединимся все вместе и окажемся в Царстве Божьем, где кто-то снова встретится, а кто-то, если не знал ранее, познакомится. Особую, особенную молитву о присно напоминаемом Георгии, память которого мы сегодня чтим, празднуем и будем возглашать его, это вечную память в своих молитвах. Давайте все мы с вами помолимся. Камеры, отойди от них, а? Уходи, уходи. Давайте все коротко, Царствие Небесное.